Милан, привет. Привет. Слушай, у тебя вот был только что первый мюзикл, значит, у тебя уже имеются навыки актерского мастерства. Хочешь сняться в моем сериале «Нана Уэнсдэй»? Да, конечно, хочу. Что нужно сделать? Нужно для начала пройти очень-очень жесткий кастинг, чтобы съемочная команда могла понять, насколько ты готова вообще к съемкам. Хорошо, давай. Ну, я готова, давай. Первый вопрос. Сможешь ли ты бегать по улицам и пшикать незнакомых людей нанокраской? Да, мне кажется, нанокраска — это круто, поэтому все люди хотят быть нанокраской. Что тут происходит? Милана, сможешь ли ты провести неделю в грязном и сыром подвале? Неделю? Ну, хорошо. Ну, ради такого сериала, конечно. Конечно, готова. Если честно, я бы сама не смогла. Готова ли ты всю ночь играть в карты и вызывать духов? Да. Я люблю играть в карты, но не умею вызывать духов, но я думаю, меня на съемочной площадке научат. Прям уверена, точно? Уверена. Ну все, ребят, берем Милану в Нана Уэнсдэй.